Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами я, Александр Путахин. Это продолжение прохождения карьеры за тренеров FIFA 15, за футбольный клуб ЦСКА Москва. В общем, на повестке дня у нас сегодня игра с Краснодарской Кубанью. На этот матч я решил выставить вот такой вот состав. Скажу сейчас, какие замены произошли. Панченко вышел вместо Еременко, Базилюк вышел вместо Ахмеда Мусы и Варан вышел вместо Кирилла Набаткина. В общем, давайте переходим к матчу и посмотрим, на что готов сейчас нынешний ЦСКА после поражения от Зенита 1-0. Итак, Кубань-Краснодар против ЦСКА Москва. Так, матч начался. Базилюк с мячом сразу. А там был офсайд, да. Там все равно был офсайд. Судья ты, судья, офсайд. Ну да, соглашусь. Офсайд был точно, сейчас судья прав. Заброс на Думбия не проходит, и в общем зря это сделал сейчас Базилюк. Заброс. И тут штрафной. Штрафной — это всегда опасно. Удар мимо. Мимо ворот. И Акинфеев могучим ударом будет выносить мяч подальше от своих имений. Хорошо, Базилюк. Базилюк 1-0. Вот и сыграла наша замена в начале. Решил поставить вместо Мусы Базилюка, и он делает счет 1-0. Хорошо, хорошо, отлично. Первый гол пошел. Пятый гол в чемпионате России у Кости Базилюка. Подача. Ой. Неудачная подача. Тошич. Дальше на Витиньо. Витиньо дальше на Тошича. Тошич, подача на Думбия. Думбия. И головой плохо сыграл. Сейчас иду Думбия. Костя. Хорошо, на Витиньо увидел. Витиньо, удар! Что сделал сейчас Витиньо? Молодец, раскачал двух защитников, ударил, ну чуть-чуть не попал. Давайте посмотрим повтор. Ну чуть-чуть не попал Витиньо, совсем капельку. Выбей. Отлично, все, победа. Победа, yes. 1-0, хоть и 1-0, но нормально. Все отлично было. Посмотрим на статистику. Ну, понятно, статистика лучше сейчас по владению. В общем, статистика лучше у Кубани. Но мы забили один гол наш и выиграли тем самым этот матч. Итак, Альянс-Арена, Бавария, ЦСКА, Москва. Ну что, ребят, погнали. Робин смещается в центр штрафной. Нет. Швайнштайгер. Мимо. Мимо ворот Швайнштайгер. Хорошо. Пизарро. Дает пас на Левандовский. Левандовский. Удар. Штанга. Выбей, выбей. Все, хорошо. Отскочили, ребята, отскочили. Думбия, давай на скорости, Думбия. Хорошо. Хорошо, Думбия. Еременко. Угловой, угловой заработали, отлично. Дай-ка вон туда, вон. Нет. Все, штрафную навешиваем. Удар, Швайнштайгер. Швайнштайгер. Ну что это за пас? Что сейчас сделали защитники Баварии? Если бы залетел мяч, было бы прикольно. Но он не залетел. Хорошо, Еременко. Ну тут Мартинес. Тут Мартинес, да. Хороший защитник. Еременко. А тут офсайд. А хорошая была передача, ребят. Хорошая была. Могли бы забивать. Ну что, дополнительное время? Неужели? Неужели будет дополнительное время?
Или нет, нет! Твою мать! Это просто, да? Я не понимаю, как это произошло, ребят. Заброс. Игла. Какие-то... Это ужас. Это просто ужас. Мы вылетаем из одной восьмой лиги чемпионов. На 90-й минуте. На 90-й. Погнали, все. Не получилось даже у нас этот. Отлично, Левандовский с мячом, и это... Это проигрыш. Это проигрыш. Проигрыш, это сана 90 минута, когда все голы пропускаются. Я так расстроен, это невыносимо просто. Да, мы проиграли. Ничего с этим уже не поделаешь. Ничего, блин, это с этим уже не поделаешь. Какая у нас следующая игра? Да пошли вы, какая мне Норвегия? Мне бы ЦСКА довести до чемпионства, блин, своей Норвегии. Да не за что. 4 миллиона нам всего лишь. Могли бы заработать. Как обидно пропускать на 90 минут. Следующая игра у нас Торпедо. Все это вы увидите уже в следующей серии. С вами был я, Александр Путахин. Подписывайтесь на канал AP Game в группу ВКонтакте vk.com/Руслига. В общем, всем удачи, всем пока.